Итак, начнем с получения карт ZBrush. Из него нам нужна карта текстуры, карта нормали и карта displacement, а также карта бампа и три cavity карт. Все текстуры будем экспортировать с помощью замечательного плагина Multimax Exporter. И первым делом экспортируем карту текстуры. Для этого ставим разрешение 8192 для лучшего качества и отмечаем текстуру from PolyPaint, так как я рисовал ее в PolyPaint. Плюс Multimap плагина в том, что он экспортирует текстуры из HD геометрии. Если мы рисовали их в этом режиме, то плагин экспортирует их из него. Почему я не отмечаю сразу все карты? Потому что при экспорте больше одной карты плагин начинает глючить и иногда вылетать. Поэтому сначала экспортируем текстуру, потом норму, потом displacement и карту бампа из displacement. Нажимаем кнопку Create All Bitmaps, указываем удобную для вас папку, в которую хотим сохранить текстуру, и экспортируем в TIFF. Как видим, плагин запекает текстуры из HD PolyPaint. На данную операцию потрачено 36 секунд и карта готова. Проверим карту в Photoshop. Вот она, красивая. Разрешение 8192 и запечатлены все детали, которые я рисовал. В принципе, этого достаточно для высокого качества, и теперь займемся экспортом карты Normal Map. Отмечаем Normal, текстуры from PolyPaint убираем и перезаходим в настройки Normal Map. Здесь убираем Flip G, все остальное оставляем по умолчанию. Нажимаем Create All Bitmaps. Итак, карта готова, проверим ее в Photoshop. Как видим, все детали отлично запеклись. Сохраняем карту в PNG формат, чтобы уменьшить размер по сравнению с TIFF. Диффуз карту тоже сохраним в PNG и сравним вес текстур. В PNG текстура нормалки весит 50 МБ, в TIFF 192 МБ. Заметна разница, не так ли? В TIFF текстура диффузки 192 МБ, а в PNG 53 МБ. При этом потеря качества незаметна. Теперь экспортируем карту displacement. Выбираем displacement. В настройках displacement map ставим DesertPix 4, Subdiff Level 1, Adaptive Smooth по умолчанию. Выбираем 32 бита и XR. Scale ставим 1, Intensity 1, нажимаем Export. Карта экспортилась за 36 секунд. Проверяем ее в Photoshop. Не волнуемся, что она такая пересвеченная. Так она выглядит в формате 32 бита. 3D Max будет ее видеть немножко по-другому. Для того, чтобы увидеть, как видит ее 3D Max, можно нажать комбинацию горячих клавиш Ctrl-Shift-L. В итоге видим вот такую вот карту. Нажимаем Ctrl-Z, потому что нам не нужно такое изображение, и сохраняем в XR. Для этого переходим в Image, Mode, выбираем RGB, затем Файл, Save As, XR. В XR карта весит гораздо меньше TIFF, при этом качество не хуже. Сохраняется она в 32-битном цвете, что очень важно для displacement. Далее переходим к созданию карты BAMP. Открываем ранее созданную карту нормалей, обесцвечиваем ее с помощью горячей комбинации клавиш Ctrl-Shift-U, после чего назначаем фильтр Other High Pass с радиусом 3 и левелами приводим картинку к такому результату. Затем сохраняем карты в PNG. После этого переходим к экспорту карт Cavity из ZBrush. Так называемые карты Cavity я использую для доработки диффузной текстуры. Так как же их получить? Для начала выбираем PolyPaint с модели, PolyPaint отжимаем Colorize, а в текстуре Map нажимаем New Texture. Делается это для того, чтобы PolyPaint не запекался в цвет Cavity карты. После чего переходим к плагину Matcap Baker и запекаем карты Cavity. Matcap Baker и специальные карты для Cavity можно скачать в моем блоге charlietoots.blogspot.com, перейдя по ссылке Materials for Toots. Открыв данную ссылку, видим заголовок «Материал для урока Making of BIOS of Unreal». И ниже ссылка «Matcap Baker и материалы для Cavity». Скачав архив, вы увидите две папки «Materials», которые два материала, и «Plugs», которые плагин Matcap Baker. Matcap Baker устанавливаем, копируя содержимое в папку zplugs, которая находится по адресу Program Files, Pixelogic, ZBrush, ZBrush Startup. А материалы копируем в папку Materials, после чего переходим к запеканию карт Cavity. Выбираем RS материал, после установки он будет у вас в списке. Максимальное разрешение текстур Matcap Baker 4.96. Чтобы запечь Cavity, нажимаем Bake Out Matcaps.
В итоге мы получаем первую карту Cavity, сохраняем ее через документ, экспорт, выбираем формат PNG и называем ее CAV1. После чего выбираем Framer 1, стандартный материал ZBrush, и также экспортируем, назвав данную карту CAV2. И остался последний материал. Также экспортируем в PNG и называем CAV3. В итоге мы имеем все карты для дальнейшей работы в Photoshop. Осталось получить карты Ambient Occlusion, Cavity и Concavity в CNALP. Для этого закрываем ZBrush, открываем CNALP, после чего займемся доработкой диффузной карты. CNALP работает с текстурами 4.96, а не 81.92, поэтому при производительном фотошопе нужно пересохранить нашу карту нормалей в разрешении 4.96 на 4.96. Открыв CNALP, подгружаем заранее пересохраненную карту нормалей и получаем результат. После того, как программа сделает свои расчеты, смотрим карту AO, Cavity и Convexity. В CNALP выбираем путь для сохранения карт, я обычно создаю папку Maps на рабочем столе. Формат файла выбираем PNG, отмечаем три карты и нажимаем экспорт. После экспорта мы получаем три карты 4.96. Их пересохраняем в Photoshop на 81.92. Ведь исходная текстура Diffus у нас 81.92, и я не хотел терять качество нарисованных текстур. Так как карты будут использоваться в режиме наложения, то потеря качества не будет заметна. Также открываем наши карты Cavity, которые сохранили в ZBrush, и тоже пересохраняем их в 81.92. В итоге мы имеем карты CAV1, CAV2, CAV3, BAM, Diffuse Displays и Normal Map, а также карты в папке Maps, Cavity, Convexity и Ambient Occlusion. Теперь переходим к обработке диффузной карты в Photoshop. Первым делом возьмем карту Ambient Occlusion и применим ее в режиме наложения Multiply поверх нашей диффузной карты. В итоге получаем интересные тени и затенения, что уже интересно. После этого берем карту Convexity и применяем в режиме наложения Screen. Данная карта усиливает эффект светлых участков текстуры. Это придает дополнительного контраста и разнообразия ей. Режим заливки ставим для нее 30%, чтобы карта была еле видна. Затем берем Cavity карту и применяем ее в режиме наложения Multiply с заливкой 45%. Далее берем карту CAV1, которую получили из ZBrush, и применяем ее в режиме наложения Overlay. Нажимаем Ctrl-Shift-2, чтобы обесцветить, и ставим заливку 20%. Диффузка становится еще интереснее и объемнее. Затем применяем вторую карту CAV2 в режиме наложения Overlay 10%. Собираем все слои с помощью горячей комбинации клавиш Ctrl-Shift-E и сохраняем карту. После данной процедуры открываем карту BAMP, в диффузке нажимаем Ctrl-Z и дублируем все слои на карты BAMP. В итоге получается интересная карта. Далее перейдем к созданию карты SSS2 для V-Ray 2, SSS2 для V-Ray 3, а также материала V-Ray Skin, который появился в V-Ray 3. Первым делом рассмотрим карты, которые нам нужны для материала V-Ray Fast SSS2. Это диффузка, созданная нами, а также карты V-Ray Translucent и SSS такого цвета. Так как же их получить? Для этого переходим в Photoshop, открываем диффузную карту, после чего обесвечиваем ее и уровнями приводим к такому варианту. После этого некоторые части изображения уйдут в черное. Чтобы этого избежать, берем историческую кисть и, выбрав в истории режим Desaturate, который был до операции с левелами, и восстанавливаем затемненные участки. Но это еще не все. Чтобы во время прохода света через кожу мы видели сосуды и вены, используем специальную карту сосудов, как тайл в режиме наложения Multiply. То есть готовим тайл из данной текстуры и применяем к карте Translucent. После применения получаем более интересный вариант для прохода света. Затем собираем слои
и размываем с радиусом 2%. Далее еще немножко дорабатываем уровни изображения и затемненные участки восстанавливаем исторической кистью. После всех операций сохраняем данную карту и переходим к созданию CSS-карты, которая будет отвечать за цвет подповерхностного рассеивания. Открываем диффузку, заходим в Color Balance в Ctrl-B и вводим цвета в красное, добавляем немного желтого, тени уводим в красное, добавив немного пурпурного. Хайлайты тоже уводим в красное и получаем такую картинку. Но мозг возвращаем к тому значению, которое было в диффузной карте, с помощью исторической кисти. Затем выделяем его, используя режим выделения Refine Edge. И с помощью цветового баланса добавляем желтого и немного красного. А также уровнями приводим к такому значению. Сохраняем картинку и после всех операций переходим к настройке V-Ray Fast SSS 2 шейдера и настройкам освещения. Для начала рассмотрим V-Ray Fast SSS 2 для V-Ray 2. В вкладке материалов выбираем V-Ray Fast SSS 2, в пресетах выбираем Skin Yellow, после чего назначаем материал на объект. Итак, в V-Ray 2 контроль точности расчетов рассеивания света происходит за счет припасов. Чем меньше значение, тем быстрее рендер, но менее качественный результат. Чем больше значение, тем качественнее результат, но дольше просчет. Обычно для финала я ставлю 1. Если не хватает времени, вполне подойдет минус 1. Можно и минус 2. Но так как компьютер мощный, то я оставлю минус 1. Теперь поговорим о Scale, который отвечает за масштаб прохода света сквозь объект. Чем больше его значение, тем свет глубже будет проникать внутрь объекта. Если 0, то свет не будет проникать внутрь. Все остальные значения я оставляю по умолчанию и проверяю шейдер, после чего уже назначаю текстуры и играю с настройками. Но перед тем, как рендерить объект стандартными настройками, поговорим об освещении. Освещение состоит из стандартной студии. Сначала создаю V-Ray сферу с радиусом 30 см, цветом по RGB 255-214-200, мультиплер ставлю 70, но это зависит от настроек камеры. Настройки камеры обычно такие: F-Number 2, Shutter Speed 250, ISO от 600 до 1600, баланс белого нейтрал. Настроив камеру, перехожу к настройкам рендера для первого теста с одним источником. В настройках V-Ray V-Ray ставлю серый материал, так гораздо удобнее настраивать освещение и продолжаю настройку. Связка Brute Force плюс Light Cache, для превью Brute Force 8 сабдивов, сабдивы на Light Cache 500, префильтры и фильтры выключены. Image Sampler, Adaptive DMC 1.4, Color Mapping Reinhardt 1.03.2.2 и еще Saturation ставлю 0.75. Начинаем рендерить. На рендере добиваюсь примерно такого освещения. Затем, удовлетворенный результатом, перехожу к созданию источника синего цвета. Для этого желтый источник выключаю и создаю V-Ray Plane, расположение которого примерно такое. Настройки данного источника. Мультиплер 10, цвет по RGB 94-177-255, размеры 60 на 100 сантиметров. Рендерим результат. Далее добавляем в сцену V-Ray Dome Light с HDR, который используем только для отражений. Значение мультиплера 0.7, эффект диффуз выключен. В текстуру назначаем любую HDR карту. И рендерим результат. Затем выключаем HDR и создаем следующий источник света для задней подсветки, Rim Light. Цвет такой же, как и у источника справа, синеватый. Мультиплер 3. Отрендерив картинку, получаем такой результат. Затем, выключив данный источник света, дублируем его и называем Light SSS.
Мультиплер ставим 100 и выключаем эффект Reflection и Specular, оставив только диффузное освещение специально для показа свойств SSS и проходящего света. Получаем такую яркую подсветку для максимального показа SSS свойств. После того, как настроил все освещение, включаю все источники и начинаю экспериментировать с SSS материалом. Если его отрендерить с настройками по умолчанию, получим такой результат. Просветы кожи еле заметны. Чтобы увеличить проходимость света, увеличим Scale. Например, поставим значение 3. Ну вот, проход света уже лучше и заметнее. Удовлетворенный результатом, перехожу к настройке других параметров. Face Function ставлю 0.9. Данный параметр контролирует, как именно рассеивается свет внутри материала. 0 значит, что свет рассеется внутри материала равномерно во всех направлениях. Отрицательные значения означают, что свет рассеивается в основном в обратном направлении. При положительных значениях свет рассеивается под поверхностью только в прямом направлении. После чего Specular Glossy ставлю 0.9 для более реалистичного эффекта и рендерю результат. Получаем такой результат. Далее поговорим о цветах текстур. За цвет просвечивания отвечает Scatter Color. В данном шейдере я цвет объекта задаю не диффузной составляющей, а именно этим параметром. Например, мы хотим зеленого монстра, а цвет рассеивания какой-нибудь фиолетовый. Рендерим результат. Исходя из этого, первым делом я начинаю с значения карт SSS и SSS Color, а потом уже играю с другими значениями. В SSS Color слот я назначаю карту Diffuse. В Scatter Color мы назначаем ранее созданную карту SSS красноватого оттенка. Отрендерив изображение, получаем такой вариант. Пока не очень реалистично. Чтобы кожа стала более реалистичной, Scatter Color делаем оранжевым по RGB 123.6.6 и смешиваем с текстурой, поставив Scatter Color 80%. Затем в Scatter Radius ставим карту Translucence, которую делали ранее, и ее значение ставим 50%. Рендерим результат и получаем более интересный вариант. Теперь зададим толщину просвета материала, где будет проявляться Scatter Color, с помощью параметра Scatter Radius. Поставим значение равное 3. Данный параметр отличается от Scatter тем, что он отвечает за проявление Scatter Color именно в заданном диапазоне. То есть, если мы поставили 3 см, то там, где такая толщина объекта, будет цвет или текстура, лежащая в слоте Scatter Color. В других же участках будет SSS цвет, то есть наша диффузка. А теперь отрендерим результат и посмотрим, что получается. Сразу видим, что увеличение Scatter радиуса привело к более реалистичному варианту. Можно поставить радиус 2 см и посмотреть, что получится. Да, такой вариант меня устраивает больше. Теперь переходим к настройке карт Specular и Specular Glossiness. Для этого в Specular Color мы ставим карту Cellular, Cell характеристик выбираем Chips, Size ставим 0.02, а Spread 0.350. В output карты ставим RGB Level равный 4. Получаем такую карту Specular. Specular Glossiness ставим заранее подготовленный тайл черно-белой кожи. Настраиваем ее на объекте. Тайл ставил на глаз, у меня получилось 60 на 60. В итоге смотрим на результат тайла. Но добавив данную карту в слот Glossiness, мы получили не очень реалистичное размытие. Поэтому смешиваем его с оригинальным значением, поставив 30%. В итоге получаем реалистичный шейдер, нажимаем Render и смотрим на результат. Но этого недостаточно для реалистичной кожи. Чтобы улучшить реалистичность шейдера, добавляем Mirai Blend and Tail. Но перед этим в слот Bump загружаем карту Normal Bump. В ней в первый слот выбираем нашу карту Normal с режимом гаммы Avariate 1.0, блюру карты ставим 0.01. А в Additional Bump загружаем наш Bump, который делали в Photoshop. Для Additional Bump ставим значение 0.3 и рендерим результат. В итоге получается более реалистичное отражение и блики. Для чего нам нужен Mirai Blend and Tail?
Если вы хотите создать слизкую или мокрую кожу, то возможности V-Ray Fast SSS 2 недостаточно, поэтому добавляем V-Ray Blend M-Tail. На нашем материале V-Ray Fast SSS 2 нажимаем, выбираем V-Ray Blend M-Tail и соглашаемся с сохранением материала в главном слоте. В Code Materials назначаем два материала для бликов и отражений. Обязательно ставим галку Adaptive Shellac Mode. На предупреждение о физически некорректном распространении энергии не обращаем внимания. В ходе экспериментов я выяснил, что с отмеченной галкой материал выглядит интереснее. Теперь загрузим первый материал. Диффуз его ставим абсолютно черным. Рефлекс 70 единиц серого. Галка Fresnel Reflection и Reflect Glossiness настраиваем на глаз. Я обычно ставлю 0.8 и загружаю в слот карту Cellular, которую мы ложили в спекуляр SSS материал. Копируем данную карту и вставляем как инстанс. Затем в BRDF выбираем BART и копируем данный материал во второй слот. Второму материалу значение серого на рефлекс ставим 176. Отжимаем букву L и Fresnel Lior ставим 2.5. В BRDF ставим Fong. После чего добавляем маски для данных материалов. В маски загружаем ту же карту Cellular. Сами маски делаем инстансами, а их значение в RGB output поставим 1. Проверим, что у нас получилось. Удовлетворенный результатом, я начал настраивать карту дисплейсмента. В модели применил MeshMoose с одной итерацией. Затем назначил V-Ray Displacement Mode модификатор, слот текстуры которого загрузил ранее запеченную карту дисплейсмента. Значение гаммы Override 1.0. Фильтр Blur ставим 0. В карте дисплейсмента также ставим Blur 0.0.1. Значение Amount у меня 4 см, а Shift минус 2 см. Edge Length всегда ставлю 2. Max Subdiff для лучшего качества рекомендую 512. Посмотрим, что получается. В итоге настройка шейдера V-Ray Fast SSS 2 закончена. Переходим к рассмотрению материала стекла, материала крови, а также материала крыльев. После чего отрендерим персонажа, сохраним карту для дальнейшей постобработки и перейдем к рассмотрению шейдера V-Ray Fast SSS 2 для V-Ray 3. Рассмотрим материал стекла. Здесь все достаточно просто. Диффуз ставим черный. Рефлекс по RGB 245-245-245. Отражение по френелю. Коэффициент отражения 1.6. Рефлект глоссинес 0.9. 64 сабдива для финального результата. Рефракт 230-230-230. Глоссинес 0.94. 64 сабдива. IOR 1.5. Fog Color я всегда добавляю или розоватого оттенка, или синеватого. 196-198-243. BRDF ставлю Fong. Переходим к материалу крови. Diffuse по RGB 3100. Reflect 5300. Возле Arch Glossy отжимаем кнопку L и ставим 0.8. А Reflect Glossy ставим 0.99. За счет этого блики будут более размытые, а отражения четкими. Subdivy 16, в принципе нормальное качество, да и для стекла можно поставить 16. Так как в рендере объекты маленькие, то я всегда ставлю значение 16 Subdivy. А рефракт у крови 194-112-114 по RGB. Glossiness 0.98, IOR 1.3 и обязательно ставим Fog Color 229.9 по RGB. BRDF, блин. С настройками крови все, переходим к настройкам материала крыльев. Крыло это то же самое Fast SSS 2, но немного с другим подходом. Когда у нас используется Diffuse Color, Overall Color и SSS Color. На SSS обычно карта Transducer. Карты крыльев выглядят так. Wing Diffuse, Wing Overall, Wing SSS и Wing Specular. Scale для крыльев я поставил 3. Diffuse Amount ставим значение 0.5.0.6, так как мы используем диффузную карту, а не SSS Color. Face Function 0.95. Specular Color по RGB 118-240-255. Glossiness 0.5. После чего в Overall слот назначаем Overall текстуру, Diffuse Color текстуру диффуза, Specular слот текстуру спекуляра. Для Translucent слота я использовал такую карту. Наблюдая за крыльями, я заметил, что в данной области нет просвета и ближе к краям идет проявление SSS. Далее назначаем карту Normally с Override 1.0 и в Additional BAM ставим текстуру спекуляра значением 0.5. Далее настраиваем Displacement по тому же методу, как настраивали его для туловища, и переходим к рендеру.
настройках рендера все стандартно. Связка Brute Force плюс Light Cache, в Defect Illumination Saturation 0.75, Brute Force GI ставлю 16 сабдивов, Light Cache 1600 сабдивов. Sample Size 30 мм, Scale Wall. Ставим две галки, Store Direct Light и Show Calf Face. Number of passes – количество ваших ядер на процессоре. Prefilter ставлю 10, Neurofilter ставлю тоже 10. Ставлю галки Ray Trace Threshold и Use Light Cache for Glossy Rays. В сеттингах Adaptive Amount 0.85, Noise Threshold 0.001. В памяти ставим столько, сколько у вас на ПК. В настройках Image Sampler Adaptive DMC 1.4. Color Mapping Reinhardt, Multiplier 1, значение Burn 0.3, Gamma 2.2. Также выбираю рендер элементы для постобработки. V-Ray Reflection для отражений, V-Ray Refraction для преломлений, V-Ray Specular для бликов и V-Ray Fast SSS 2 для подповерхностного рассеивания. По настройкам все. Нажимаем Render. Итак, картинка отрендерилась, и теперь сохраним все 6 каналов для постобработки. Это RGB Color, наша картинка, Alpha, Reflection, Refraction, Specular и SSS. Все картинки сохраняем в формате TIFF с отмеченной галкой 100 Alpha Channel. Теперь все готово для постобработки. Переходим к рассмотрению шейдера V-Ray Fast SSS 2, V-Ray 3. Прежде всего сохраним настроенный материал Fast SSS 2 для V-Ray 3. Выделяем его и с помощью меню материал выбираем Put to Library. Затем заходим в меню Material, Get Material и видим библиотеку материалов, в которой находится ваш материал. У вас он будет один. Сохраняем библиотеку, нажав Save As. Затем открываем 3D Max с V-Ray 3, у меня это 2014 версия. И подгружаем наш сохраненный материал с помощью Material, Get Material и открываем библиотеку материалов с помощью правой кнопки мыши, выбрав Open Material Library. Подгруженный материал назначаем на модель и переходим к настройкам рендеринга. В третьей версии V-Ray я рендерю с помощью прогрессивного метода сэмплирования. В чем же его преимущество над адаптивным методом? Нет никаких бакетов, и вы сразу видите результат. То есть картинка постепенно и шумно превращается в качественную с помощью паса. В чем отличие, я покажу наглядно. Для начала ставим адаптив и нажимаем Render. Сразу видим знакомую картину работы этого метода. Бакеты постепенно вырисовывают картинку. Мы не сразу видим финальный результат, и это очень неудобно. Довольно нудное занятие наблюдать за бакетами, когда хочется экспериментировать и довольно много раз. И вот оно, спасение, V-Ray 3 и прогрессивный метод. Та-дам! Финалка. Шумная, но финалка, без всяких бакетов. То есть уже можно видеть результат освещения и работы материалов. Давайте еще немножко подождем. В принципе, как видите, уже за 1 минуту и 30 секунд прогрессив показывает понятный вариант, в отличие от медленных бакетов. Присутствует шум, но в дальнейшем я расскажу, как быстро с ним бороться уже за 30-40 минут рендеринга в прогрессиве. Вот, уже 2 минуты, а результат классный. Теперь перейдем к обсуждению отличия V-Ray Fast SSS 2, V-Ray 2 и 3. Первая особенность материала Fast SSS 2 V-Ray 3 в том, что добавили вкладку Multiscattering и новый метод подповерхностного рассеивания. В V-Ray 2 данной вкладки нет. Также появился новый метод Retracer. Старый метод тоже есть при Pass BSD LMMA, но он гораздо медленнее, чем Retracer. А также Retracer метод является более качественным по сравнению с припасами V-Ray 2. То есть кожа получается более сочная и реалистичная, подповерхностное рассеивание выглядит гораздо круче. А так как метод скеттеринга поменялся, нужен и свой подход к настройкам. Как видим, с теми же настройками шейдер выглядит по-другому в V-Ray 3. Поэтому для начала я увеличил Scale и посмотрел, что получится. Перед этим отрендерим картинку в старом значении. Сохраняем полученную картинку и увеличиваем масштаб. Например, поставим 5 и рендерим вторую для сравнения. Как видим, подповерхностное рассеивание стало больше. Ждем 3 минуты и сравним результаты. Сохраняем данный результат и сравниваем два варианта. Присвоим первому А, а второму Б. И замечаем, что Scale 5 гораздо интереснее, чем Scale 3.
Вот в чем и отличие, что с теми же настройками V-Ray результат выглядит интереснее, чем V-Ray 2. Если здесь поставить масштаб 5, то мы бы получили другой, не такой реалистичный вариант. Но, так как мне понравился больше первый вариант, я решил поиграться не со скейлом, а со скеттер радиусом. Скейл я оставил 3, а скеттер радиус поставил 5. Я заметил, что скейтер радиус мне подошел больше, чем настройка скейла. И мне захотелось в данном шейдере такого более темного варианта, то есть омертвелой кожи. Поэтому я остановился на скейтер радиус равный 2. Замечаем, что скейтер радиус также влияет на распространение блика. Вот скейтер радиус 2, а вот скейтер радиус 5. Все остальные материалы я оставил такими же, как и V-Ray 2. Переходим к настройкам рендера V-Ray 3 для финала. Заходим в рендер сетап. Обычно для финала я ставлю разрешение 1600 или 2560, если есть время. Затем в вкладке V-Ray в Image Sampler выбираю прогрессив. Min Shading Rate 2. Но если вы рендерите интерьеры, лучше ставить 8 для очень крутого результата. А в данном случае я остановился на 2. Это глобальный множитель всех параметров шейдеров. Чем больше значение, тем качественнее результат. Переходим к настройкам самого прогрессива. Здесь я оставляю все по умолчанию, только noise ставлю 0. Render time обычно оставляю по умолчанию равный 0. Так как в основном рендере ставлю на ночь. Но если нужен быстрый рендер, то ставлю часа 2-3. Обычно этого хватает для очень качественного результата даже в разрешении 2560 на 1600. Global DMC и Adaptive Amount ставлю 0.6, noise на 0. В принципе, можно не заморачиваться с этими значениями. Даже с объемами на брутфорсе, материалах и на освещении, так как они сильно не влияют на время и качество новом V-Ray, как показала практика. Влияет только единственный параметр – Min Shading Rate. Для превью я ставлю 1, для финалки от 2 до 8. На свет ставлю сюда 64 сабдива. Больше и не нужно, потому что не влияет на результат. То есть везде я ставлю 64 сабдива. Lightcache ставлю 1600 сабдивов, как и в варианте со второй версии, и остальные настройки те же самые. Также в сеттинг ставлю заветную галочку Use Embree. Если у вас Intel процессор, то это очень ускоряет рендер. В результате тестов иногда рендерилось 2-4 раза быстрее, чем V-Ray 2. Поэтому всем рекомендую приобрести V-Ray 3 версии и радоваться результатам. В памяти я ставлю столько, сколько у меня есть на ПК. И еще один важный момент. Если у вас памяти больше, чем 16 ГБ, то ставьте статик режим. С Embree рекомендуют именно его, потому что данная связка является самой эффективной. Но когда у меня было 16 ГБ, я сильно прироста не заметил. Были частые вылеты из-за нехватки памяти. Для данной связки ее нужно побольше. По настройкам все. Нажимаем Render. Итак, мы видим, что за 83 паса, 2 часа 16 минут, получился качественный результат. Выключаем рендер и сохраняем пасы, так же, как сохраняли V-Ray 2. Теперь я расскажу о том самом секрете, о котором говорил в начале рендеринга. Есть такая крутая фича в новом V-Ray. Когда вы рендерите пасы, но хотите ускориться, допустим, у вас за полчаса получается замечательный результат, но в некоторых местах есть шум. Его можно убрать, не дожидаясь, например, 2 часов рендера, с помощью волшебного курсора, направив его в место шума. В итоге все силы прогрессива будут собраны в данном месте, и это очень ускорит просчет. Давайте попробуем. Например, уже на первом проходе мы хотим убрать шум в данной области. Включим волшебный курсор с помощью иконки Track Mouse While Rendering и наведем на проблемную область. В итоге, каждый пас в данной области считается гораздо быстрее. Как видим, данная область постепенно вырисовывается. Таким образом, можно убрать шум в нужных местах и ускорить время просчета. Наглядно еще можно увидеть данную область. Наводим курсор. Ждем. И вот прогрессив направил все силы именно сюда. Например, вот здесь будет очень заметно. Иногда таким методом я просчитываю картинку за полчаса-час. И потом шумные места, которые есть в картинке, я вывожу за 9000 пасов. В итоге за полтора часа получается очень чистая картинка. Давайте еще на плече посмотрим работу данного метода. Как видим, пасов становится все больше, время постепенно сокращается и плечо становится чище. На одну область я направляю примерно 100 пасов. Этого обычно достаточно для чистого варианта. Теперь сравним два рендера, которые у нас получились V-Ray 2 и V-Ray Fast SS2 для V-Ray 3.
Для этого я обычно использую Photon Viewer. Его также можно скачать у меня в блоге. Открываем программу, выделяем два изображения и нажимаем P. После чего откроется удобный интерфейс для сравнения изображений. Первый рендер – это V-Ray Fast SS2 для V-Ray 2. Второй – V-Ray Fast SS2 для V-Ray 3. Итак, что мы видим? При одинаковых настройках область мозга, да и вся кожа V-Ray 3 выглядит гораздо круче за счет ретрейсинг метода. Больше теней и реализма. В каждой части объекта видим интересную игру теней, света и SSS. Блики гораздо интереснее. Нет пересветов и матовости в данной области. Кожа реалистичнее реагирует на свет, и результат больше радует глаз. Те же блики и отражения, да и SSS, намного привлекательнее. Если сравнить, например, здесь, то слева видим, что в данной области нет проявления SSS, а в V-Ray 3 есть. Хотя радиус один и тот же. Вывод – ретрейсинг режим намного интереснее, чем старый припас метод V-Ray 2. В принципе, по сравнению все. Переходим к рассмотрению V-Ray Skin MTL, который появился в V-Ray 3. Он еще интереснее и живее, да и гибче в настройках. Возможностей по настройке гораздо больше. Приступим! Итак, V-Ray Skin MTL. Данный материал появился в V-Ray 3. Выбираем его в списке и рассмотрим его интересные фичи. В данном материале есть Primary и Secondary Reflection. Если раньше мы V-Ray Fast SS2 добавляли в Blend MTL, создавали дополнительные материалы для отражений, смешивали их по маскам, то в новом скине этого не нужно делать. Здесь достаточно поиграться с настройками данных вкладок. Еще замечательная возможность в том, что каждый слой под поверхностью рассеивания можно настроить отдельно, а также их цвет и радиус. То есть возможностей стало больше и можно добиться гораздо интересного результата. Так рассмотрим же все параметры по порядку. Здесь есть Scale, как и V-Ray Fast SSS2, масштаб общего подповерхностного рассеивания, Max SSS и Mount, параметры, которые сразу же отвечают за три уровня SSS, то есть глобальный множитель радиуса. Затем Max Reflection Amount, параметры, отвечающие за два уровня отражений. Opacity Slot. Если белый, то объект непрозрачный, если черный, то полностью прозрачный. Очень удобная функция для управления прозрачностью. Потом идет слой диффуз, первый слой SSS, средний слой SSS и самый глубокий слой SSS. А дальше уже нам знакомая по V-Ray Fast SSS2 два типа отражений и вкладка Multiple Scatter Options. Единственное, в V-Ray 3 появился чекбокс Retrace Scatter Textures, который включает возможность SSS в текстуре. Обычно этот чекбокс я включаю, а Scatter GI в том случае, если объект находится в помещении. Теперь перейдем к подробному рассмотрению каждого слоя SSS. Подходов по настройке V-Ray Skin очень много. Я нашел для себя свой подход, о котором я сейчас расскажу. Но для начала назначим материал на объект и посмотрим, как он выглядит по умолчанию. Видим, что пока материал похож на воск, а не на кожу. Перейдем к настройке параметров. Начнем с диффузного цвета. Например, пускай будет какой-нибудь зеленоватый. Как видим, пока никаких изменений в материал слоте. Чтобы задать влияние диффузного цвета, настроим Diffuse Amount. Поставим его значение равное 0,8. В итоге получаем зеленоватый оттенок на рендере. Здесь все понятно, какой цвет мы зададим в диффуз, такого цвета и будет кожа. Но не забываем про параметр Diffuse Amount. Теперь настроим первый слой SSS. Поставим, например, синий цвет. Рендерим и замечаем проявление синеватого оттенка. Он присутствует в SSS. Если заглянем в карту SSS2, то увидим синий оттенок, а также другие оттенки остальных слоев подверхностного рассеивания. Пока отключим средние и глубокие слои SSS. Рендерим результат. Замечаем, что зеленый пропал. Если посмотреть пас SSS, то шелов скедер забивает диффузный цвет. Это происходит из-за большого эмаунта шелофа. Зададим для него значение равное 0,3. Итого получаем плавный переход диффузного цвета в шелов. То есть замечаем основной диффузный цвет и немного синевы на SSS. Для наглядности я сделаю его красным. Смотрим на результат. Давайте еще увеличим масштаб, поставим, например, 5, а Shallow Amount и Radius поставим 1. Как видим, можно двумя картами, Shallow и Diffuse, сделать достаточно хороший SSS материал, но этого недостаточно для фотореализма. Поэтому я использую все слои SSS, смешиваю их, экспериментирую и добиваюсь нужного мне результата. Давайте поэкспериментируем. Diffuse Color какой-нибудь серый, зеленцой.
diffuse amount 0.8, shallow color какой-нибудь такой, shallow amount 1 и shallow radius 0.5, medium scattering amount 0.3, radius 0.8, цвет насыщенного желтоватого оттенка, deep color темно-красный, deep amount 1, radius 7. В итоге получаем интересный шейдер, созданный в результате смешивания всех слоев SSS. В пассе SSS это особенно заметно. Например, если мы хотим создать кожу человека, то можно пойти таким путем. Scale задаем равные единицы, Max SSS Amount равный 0.7, Max Reflection Amount 1, Diffuse Color 128, 113, 113 по RGB, Diffuse Amount 0.3, Shallow Color 198, 147, 102 по RGB, Shallow Amount 1, Shallow Radius 0.1, Medium Color 174, 98 по RGB, Medium Amount 0.85, Medium Radius 0.2, Deep Color 88, 2, 0 по RGB, Deep Amount 0.8, Deep Radius 0.75, Primary Reflection Color 230 по белому, копируем Secondary Color, Reflection Amount 1 единица, Reflection Glossiness 0.75, Secondary Amount ставим 0.65, Secondary Glossiness 0.9. Рендерим и смотрим результат. В итоге получаем что-то похожее на кожу. Можно создать SSS более красноватого оттенка, а всего остального уже добиться текстурами. Например, увеличим Deep Radius, поставив 3, Shallow Color примерно как Deep Color, только более обесвечен. Рендерим и получаем более интересный результат. Это один из методов создания шейдера кожи, но так как у меня монстр, то я использовал другой подход. Больше красного, больше масштаб и радиус SSS. В принципе, если поэкспериментировать с текстурами бликов, текстурами глоссинесса и текстурами кожи, то можно добиться уже отличного результата с этими настройками. Теперь перейдем к рассмотрению настроек моего монстра. Целью было создание более молодой кожи, похожей на кожу червя, слизня или зародыша. В основном я управлял не параметрами, а добился результата текстурами. Итак, переходим к настройкам. Scale я поставил 0.5, Max SSS Amount 3, Max Reflection Amount по умолчанию, Diffuse Color текстура, поэтому цвет не трогаю, Diffuse Amount 0.8, Shallow Color также текстура, Shallow Amount 1, Shallow Radius 0.5, Medium Color аналогично, Medium Amount 0.3, Medium Radius 0.8, Deep Amount 1 и Deep Radius 7. Primary Reflection Color белый, Reflection Amount по умолчанию, Reflection Glossiness 0.8. Secondary Reflection я ничего не трогал и управлял текстурами. Поэтому переходим к рассмотрению текстур, которые я использовал в данном шейдере. На бампе у меня Normal Bump с картой нормальной и бампом. В SSS Amount текстура Monster Translucent. Diffuse Color карта диффуза. На Shallow Color я положил карту SSS. А для Medium Color я создал специальную текстуру, о которой мы сейчас и поговорим. Выглядит она вот так. Сейчас покажу, как ее создать. Открываем в Photoshop нашу SSS-карту. Нажимаем Ctrl-B и уводим все цвета в желтый. В средние тона в желтый, в Shadows можно немного в синий, Highlights тоже в желтый. И после всех манипуляций возвращаем мозг в исходное состояние с помощью исторической кисти, а также немного обесвечиваем. Сохраняем данную текстуру под названием Monster Medium и загружаем ее в слот Medium Color. После чего в Medium Radius загружаем текстуру Translucent, просто перетянув ее с SSS Amount и выбрав Instance. Далее в Deep Color слот загружаем текстуру SSS и переходим к настройкам рефлекта. Для самого рефлекта ставим значение 50 и создаем специальную текстуру, которая выглядит вот так. Так как же ее создать? Открываем Photoshop, загружаем нашу диффузную карту, обесвечиваем ее с помощью Ctrl-Shift-U, затем нажимаем Ctrl-L и приводим уровни в такое значение. Затем исправляем те места, которые ушли в черное с помощью исторической кисти. В итоге получаем такую текстуру, но этого недостаточно. Нам нужна еще одна текстура, которую положим сверху в режиме наложения Multiply.
Для получения текстуры переходим в 3D Max и рендерим карту Celeron значением RGB в output равным 1. Заходим в утилиты и выбираем Render Map. Выставляем разрешение 8192 на 8192. В итоге получается нужная нам текстура. Сохраняем ее в удобное место в TIFF в режиме Gamma Override 2.2. Загружаем Photoshop поверх нашего спекуляра в режиме Multiply. В итоге, если присмотреться, получаются такие маленькие поры, что нам и нужно. Теперь соединим два слоя и сохраним полученную текстуру. После чего загружаем данную текстуру в слот Reflect Color и инстансом переносим в Reflect Color 2. В слот Reflect Amount добавляем нашу текстуру Celeron, которую добавляю для FastSS 2. Reflect Glossy нас ту же текстуру, что для FastSS 2, и копируем данные текстуры инстансами на Reflect Amount 2 и Reflect Glossy нас 2. В Option ставим галочку Trace Reflection и рендерим результат. SSS получаем такого цвета. А кожа уже близка к тому варианту, который я хочу. Для данного варианта я не использовал Blend материал, а просто с помощью Reflect Pass в Photoshop добавлял отражения и блики. В данном случае захотелось большей управляемости в постобработке. Давайте увеличим Max Reflect Amount, а также настроим карты рефлекта. Reflect Amount ставим 3, Secondary Reflection Amount ставим 1, смешивание 70% и Reflect Color 30%. Затем Deep Radius ставим 6, а Shallow Radius 0.5. Также поставим Shallow Color 90% смешивания. Далее поставим Radius равный 2, а Medium Amount равный 0.5. Переходим к настройке Glossiness. Поставим Secondary Reflection Glossiness 0.8, а Primary Reflection Glossiness 0.95. Primary Amount усиливаем, поставим 2 и карте 80% смешивания. Давайте отрендерим и посмотрим, что у нас получилось. Кожа уже получше и больше похожа на свежую. Как видим, V-Ray Skin MTL больше управляемости и можно добиться отличного результата за счет смешивания слоев SSS, текстур, а также разных радиусов. Данный вариант меня устраивает, поэтому доработаем некоторые мелочи и можно рендерить финал. Для начала увеличим Deep Radius, поставив 8, затем Diffuse текстуре добавим немного зеленоватого оттенка. Делаем текстуру более контрастной с помощью Levels. Ползунки приводим примерно в такие значения. Добавляем текстуре зеленовато-синего оттенка с помощью Color Balance, нажав Ctrl-B, примерно таким образом. Затем исторической кистью восстанавливаем кровавые области и мозг. Получаем такую текстуру, сохраняем ее. Затем ее же переделаем для шлов слота, чтобы придать коже более интересного оттенка, добавив немного желтого и немного пурпурного. А сам цвет мозга сначала восстанавливаем исторической кистью, а потом добавляем зеленого оттенка, предварительно его выделив. После всех операций сохраняем данную текстуру под названием шалов и загружаем в шалов слот, место SSS, которое назначили ранее в шейдере кожи. Рендерим результат. В итоге получаем более интересный оттенок кожи. В SSS слоте объект выглядит таким образом. Данный результат меня устраивает, поэтому переходим к рассмотрению финальных настроек шейдера. И финальные настройки шейдера такие: Scale 2, Max SSS Amount 0.8, Max Reflection Amount 3, Diffuse Amount 0.7, Shallow Amount 0.8, Shallow Radius 0.2, Medium Amount 0.5, Medium Radius 0.05, Deep Amount 8, Deep Radius 1.3, Primary Reflection Amount 2, Glossiness 0.95, Secondary Reflection Amount 1, Glossiness 0.8. Крыльями я оставил материал V-Ray FastSS 2, так как изначально он мне нравился, и я уже ничего не менял. И переходим к рендеру. Итак, прошло 2 часа и мы получили качественный рендер. Останавливаем его и сохраняем пас. В
С настройкой шейдеров и рендерингом покончено, теперь можно перейти к постобработке полученных картинок. Перед тем, как начать постобработку, скачиваем скрипт QuickPass с моего блога charlietoots.blogspot.com, зайдя в меню Materials for Tutors и выбрав скрипт для AO. Нажав на данную ссылку, вы перейдете на сайт разработчика, где можно скачать самую последнюю версию. На данный момент это 3.0.5. Нажимаем на ней правой кнопкой мыши и выбираем «Сохранить ссылку как». Затем просто перетаскиваем скрипт в окно 3D Max. В итоге скрипт сохранится в 3D Max. Найти его можно очень просто. Нажимаем правой кнопкой мыши на панели инструментов и выбираем «Customize». Появится окно «Customize User Interface». Переходим в вкладку Toolbars и ищем скрипт AO, после чего его перетаскиваем на панель инструментов. При желании можно перенести на меню правой кнопкой мыши. Для этого переходим в вкладку Quads и, выбрав любой из четырех квадратов справа, перетаскиваем скрипт, после чего сохраняем настройки. Один момент. Если вы пользуетесь 3D Max 2009, то скрипт называется Quick Passes и находится в категории TickWorks. Скрипт нужен для паса Ambient Occlusion. Открываем его и выбираем AO. Оставляем Current Render, ставим галки Preserve Displacement Mode и Preserve Bump Maps. Вводим 300 сэмплов и нажимаем Render. Сохраняем полученный результат в TIFF формат 16 бит и Gamma Override 2.2. И так как у меня в V-Ray 2 немного другой ракурс, то я рендерил AO и для него. Также сохраняем пас в TIFF 16 бит и Gamma Override 2.2. Теперь перейдем к установке плагинов и скриптов для Photoshop, которые будем использовать в постобработке. Первым делом качаем мои экшн скрипты, которые использую для разных видов постобработки. Переходим в мой блог и материал Photoshop. Выбираем Post-Production Action for Photoshop. Откроется облако с файлом, нажимаем «Скачать». В итоге у вас будет архив с одним файлом «Post-Action.atn». Его открываем с помощью экшенов в Photoshop. Нажимаем на вот эту иконку, выбираем «Load Actions» и загружаем наш файл. В списке экшенов появляются все экшены, которые я использую для постобработки. Первый экшен я обычно использую для интерьеров или для каких-то интересных картинок, но в данном случае я его не использовал. Экшен включает в себя все действия, о которых я рассказываю в бесплатном уроке постобработка Photoshop. С ним можно ознакомиться подробнее, если перейти по ссылке. Color Balance также относится к данному уроку. При желании можно его использовать в любых картинках. Далее идет экшен Magic Bullet, который использует плагин с соответственным названием. Затем идет Alien Skin Action, а также экшен для создания эффекта объемного света. О них мы поговорим подробнее, потому что именно их мы будем использовать в постобработке. Но для начала нам нужны плагины Alien Skin Exposure 6 и Magic Bullet Photolooks. В моем блоге можно найти ссылки на официальные страницы данных плагинов. Устанавливаем данные плагины, после установки они появятся у вас в списке Filters. Но когда вы используете скрипты, которые я записал, вам не обязательно заходить в вкладку Filters, все делается автоматом. И теперь приступим к постобработке. Первым делом удалим этот черный фон. Я почистил все картинки заранее, но на примере этой я покажу, как это делается. Тифа сохраняет альфу в каналах, которые можно использовать для удаления фона. Ее также можно сохранить отдельно, если вы вдруг забыли отметить чекер при сохранении диффузки Store Alpha Channel, если нет, то в каналах она будет. Выделяем альфу с помощью меню Select Color Range и кликаем пипеткой в черный цвет, нажимаем ОК. После чего переходим в RGB, кликнув на данный слой. Далее переходим в слои и наш слой превращаем в редактируемый, нажав правой кнопкой мыши и выбрав Layer from Background. В итоге вы сможете удалить фон, нажав клавишу Delete. Вот и все, ничего сложного. Но очень часто после альфа остаются такие неприятные черные края, типа контура. Данную погрешность исправляем обычным размытием. Для этого зажатой клавишей Ctrl кликаем на слой, для того чтобы выделить объект. После чего заходим в меню Select Modify Border и ставим 4 пикселя. Затем у вас появится выделение с границей в 4 пикселя, которое можно применить в размытии. Скрываем выделение, нажав комбинацию клавиш Ctrl + H. И размываем данную границу с помощью Filter Blur Gaussian Blur, поставив радиус размытия 2 пикселя. Теперь создадим фон для нашего монстра. Бэки я люблю делать градиентом. Для этого создаем новый слой, опускаем его вниз и выбираем Gradient Tool.
Открываем меню настройки цвета градиент. В данном случае я сделал плавный переход от темно-синего к светло-синему. Первый цвет. 198-79-23 по HSB. Второй цвет 198-56-55 по HSB. Нажимаем ОК, выбираем радиальный градиент и ставим галку Reverse. И примерно от центра тянем его в правый нижний угол. Получаем довольно интересный эффект. После данной операции я обычно подгружаю текстуру bokeh на задний план. Пак текстур с bokeh можно скачать у меня в блоге, зайдя в материал Futurts и выбрать bokeh пак. В архиве вы найдете 6 эффектов и текстовый файл с сайтом, с которого можно скачать еще больше всяких интересных текстур. В основном я использую первую текстуру, она мне очень нравится. Выбираем PNG файл данной текстуры и перетягиваем его в Photoshop. Увеличиваем от центра, удерживая клавиши Shift и Alt, и растягиваем на все изображение. Далее делаем маску для данного эффекта, нажав на иконку Add Layer Mask, после чего дублируем данный эффект, нажав Ctrl-J и скрываем на время. В первой маске мы затеняем углы по градиенту. Растягиваем наш градиент и получаем маску. Затем включаем второй слой, размываем его на 5% и, выбрав маску, в центре мягкой кисточкой рисуем черный цвет. В итоге получаем размытие эффекта по краям, которое к центру становится более четким. Еще подкорректируем первую маску с помощью левелов и сохраним данный бэк, при этом выключив верхний слой с монстром. Так как у нас 3 рендера, то он нам еще пригодится. После того, как сделали бэк, переходим к обработке монстра с помощью сохраненных ранее пост слоев. Для этого подгружаем все слои. И первым делом выделяем спекуляр, нажав Ctrl-R, и вставляем его поверх нашей диффузки, нажав комбинацию клавиш Ctrl-Shift-V, для того, чтобы вставить его на то же место. С помощью данного слоя усиливаем блики. Режим наложения выбираем Screen и ставим 80% заливки. Затем выбираем Reflect слой и вставляем в режиме наложения Color Dodge с заливкой 20%. После чего загружаем слой Reflection в режиме наложения Screen и заливкой 25%. И напоследок усиливаем подповерхностное рассеивание с помощью слоя SSS, загрузив его в режиме наложения Screen и заливкой 20%. Затем соединяем все слои, выделив их все, кроме бэка, и при клике правой кнопкой мыши выбираем Merge Layers. Далее переходим к созданию глубины резкости. Для глубины резкости нам потребуется маска ZBrush. Есть много методов получения данной маски, но я обычно использую плагин для 3D Max Render Mask. Его качаем в моем блоге, перейдя по ссылке Render Mask Plugin. Нажав на ссылку, вы перейдете на официальный сайт с последней версией. И уже на сайте нажимаем ссылку Download. Устанавливаем данный плагин. Для 3D Max 2009 выбираем версию 2012 и указываем путь к 2009 Max. Для 3D Max выше 2012 версии выбираем второй вариант. После того, как вы установите плагин, он у вас появится в категории Illusion Box Studio. Перетягиваем его в удобное для вас место. У меня он закреплен в меню правой кнопкой мыши. Открываем плагин и видим, что у нас большой выбор масок. Тот же AO, WireColor и другие. Но AO мне нравится рендерить в том плагине, который я показывал. Выбираем ZDevs, нажимаем кнопку AutoDetect, которая рассчитывает нужное нам расстояние. Затем отмечаем Invert и Extrapolate. Нажимаем Render и замечаем, что рендерит прогрессивом. Для масок я использую адаптив режим, здесь прогрессив не нужен. Замечаем, что крылья не видны на маске. Немножко изменим значение, поставив фар больше. В данном случае 1700 и рендерим результат. Для 3D Max 2009 те же самые настройки. Отрендерив карты, открываем Photoshop и нашу маску. Channel создаем новый слой и вставляем ее. Перед тем, как размыть слой, назначим Ambient Occlusion в режиме Multiply. Затем нажимаем Ctrl-Shift-E, чтобы собрать все слои, и заходим в меню Filter, Blur, Lens Blur. Source выбираем Layer Mask и название нашей маски. У меня это ZBrush. В итоге получаем эффект глубины резкости по нашей маске. Куда бы вы ни кликнули, будет работать эффект глубины. Я обычно фокусируюсь на лице. Кликаем на него и радиус размытия ставим 11%. Затем выбираем More Accurate и нажимаем ОК. В итоге получаем красивый эффект глубины резкости. Затем соединяем слои и дублируем соединенный слой в режиме наложения Soft Light с 20% заливкой. Но, чтобы тени не затемнялись, применяем к данному слою Shadows Highlight настройку. Для этого заходим в Image, Adjustment, Shadow Highlight и ставим 100% для Amount теней.
В итоге получается контрастная картинка. Можно поставить 30% сутлайту и собираем слои. Затем применяем первый экшен Magic Bullet, выбрав его и нажав Play. Данный скрипт добавляет виньетку, шарпит текстуры и создает эффект хроматических аберраций. Затем немного убавим яркость. Заходим в Image, Adjustment Layer и выбираем Brightness Contrast и немного уменьшаем яркость. После чего делаем более нежное освещение. Для этого дублируем слой, обесвечиваем с помощью Ctrl-Shift-U и уровнями делаем так, чтобы остались только места освещенности. После чего применяем скрипт Post-Light. В итоге получаем более мягкое освещение с бум-эффектом. Затем соединяем все слои и сохраняем изображение. После чего можно применить скрипт Alien Skin, но это уже по желанию. Дублируем слой и к нему применяем данный эффект. Далее играемся с заливкой, я обычно ставлю 40%. Получается очень интересная постобработка. Сохраняем картинку и поговорим о том, как записать свой эффект с фильтров Alien Skin, которых очень много. Может, вам захочется чего-то другого. Сейчас я покажу, как записать свой скрипт. Уберем данный эффект и добавим новый экшен. Заходим в Actions, нажимаем на иконку листика и называем экшен, например, Alien Skin 2. Нажимаем кнопку Record. В итоге мы активируем запись всех наших действий. Выбираем фильтр Alien Exposure 6. Откроется интерфейс плагина. Например, выбираем в Cinema какой-нибудь хоррор эффект. Можно и не в Cinema. В плагине очень много всяких папок с эффектами на любой вкус. Но я обычно захожу в Color Fading и выбираю какой-нибудь эффект с этой папки. Например, выбираем этот. Нажимаем Apply и Stop. В итоге все наши действия сохранились. Проверим на практике. Отменяем назначенный эффект и применяем записанный нами. Получаем то, что записали. И так можно с каждым. Аналогичным образом обрабатываем остальные две картинки, которые рендерили. И в итоге получаем три интересных изображения. Посредине у нас рендерит V-Ray 2 с FastSS 2. Справа рендерит V-Ray 3 с FastSS 2. И слева рендер нового V-Ray 3 Skin MTL. Я специально создал три разных типа кожи, чтобы показать богатые возможности каждого шейдера. Но все эти типы можно создать новым V-Ray скином V-Ray 3. Но как видим, даже в V-Ray 2 можно создать интересный вариант. Просто в новом скине больше возможностей управления шейдером, да и скорость рендеринга побыстрее. Шейдерам кожи в V-Ray все. Теперь переходим к рассмотрению рендера в Marmoset Toolbox 2. Если вы все еще не установили эту замечательную программу, то ссылку на нее можно найти у меня в блоге. Перейдя по ссылке, вы попадаете на официальный сайт. Здесь можно скачать триалку или купить full версию. После установки скачаем Marmoset Pack для работы с моей моделью, ссылка на которой находится в материал for tutors. Открыв архив, вы обнаружите две папки – HDR-ки, которые я преобразовал в формат Marmoset, и материалы, которые я использовал для монстра. HDR-ки перекидываем в папку Program Files Marmoset Toolbox 2 Data Sky, а материалы скидываем в папку Materials. Открываем Marmoset. И в материалах появятся наши материалы, а HDR-ках в дополнение к стандартным, те, которые мы скинули в папку. Еще при желании можно скачать целый пак HDR-ок с моего блога, нажав на HDR Full Pack. Он весит 2,5 ГБ, разархивированный 5 ГБ. Там HDR-ки на все случаи жизни. Это HDR-ки с сайта SABL, преобразованный мной в формат Marmoset. Папки их очень много. Для удобства создал папку каталог, в которой все превью. Я их заранее установил, также скопировав папку Sky. Если открыть сейчас и посмотреть Sky пресеты, то мы увидим все HDR-ки. Теперь поговорим о моем проекте Marmoset. Открываем его из папки Sense и выбираем файл Marmoset Full Sense. Откроется мой проект со всеми настройками. Давайте сначала поговорим о материалах и начнем с материала туловища. Приглушим бэк, который нам пока не нужен. Для этого выбираем в сцене Sky и Backdrop Brightness ставим на 0. Также переходим в камеру и выключаем Depth of Field. После чего выключаем все объекты, кроме туловища. Для этого напротив них выбираем глазок. Итак, переходим к настройке SSS материала туловища. Дублируем дефолтный материал, выбрав его и нажав кнопку Duplicate, и перетаскиваем на объект.
Первым делом подгружаем Normal Map, чтобы видеть, как детали модели реагируют на свет. Затем добавляем Detail Normal Map, выбрав ту же самую карту нормали для мелких деталей в виде пор. И переходим к детальному рассмотрению настроек материала. Загружаем текстуру в Gloss Map, значение ставим 0.72, после чего выбираем в Diffusion Skin. Данная опция включает SSS материал. Сначала настроим шейдеры без текстур, а потом уже будем настраивать с ними. Subdermis Scatter — это и есть SSS. Задаем цвет такого оттенка, 126.28.0 pRGB. Параметр пока оставляем равный единице. Normal Smoothing — это размытие карт нормалей, обычно ставлю среднее значение равное 0.5. Чтобы не сильно размывались нормалки, но и в то же время был легкий смус, потому что если значение равно нулю, получается жесткий шар. Shadow Blur влияет на размытие теней, если равно нулю, то тени жесткие, обычно ставлю 0.6. Occlusion Blur влияет на размытие Ambient Occlusion, сам Ambient Occlusion включается в настройках рендера. Occlusion Blur ставлю 0.5. Немного отвлечемся и поговорим о качестве картинки. Для быстрого вьюпорта я обычно работаю без антиалиазинга и на разрешении 1 к 1. Для full качества ставлю Resolution 2 к 1 и включаю антиалиазинг. Наглядно это выглядит так. Если видеокарта не позволяет, ставим Resolution равное 1 к 2 и выключаем антиалиазинг. В принципе, если видеокарта позволяет, можно антиалиазинг включить, он сильно на производительность не влияет. Далее идет Translucent Map, которая влияет на масштаб прохода свет. Если крутить ползунок, то как раз увидим проявление SSS. Я обычно оставляю его значение равное единице, а потом, когда подгружаю текстуру, играю с настройкой. Параметр Sky Translucency влияет на то, будет ли HDR участвовать в освещении SSS. Всегда этот параметр оставляю по умолчанию. Translucency Scatter оставляю также по умолчанию. Далее идет Fuzz Map. Fuzz Map — это мелкий волосяной покров на теле. Этот параметр имитирует распространение света как раз на этом покрове. На начальном этапе настройки его значение оставляю 1. Scatter Fuzz ставлю 0.6, а Occlusion оставляю по умолчанию. Также я включаю опцию Mask Fuzz with Gloss, что позволяет смешивать его с Gloss картой. Далее идет Specular. Параметр интенсивности регулируем в зависимости от задачи. Если мы хотим мокрую кожу, то ставим высокие значения, если обычную, то поменьше. Для реалистичности обычно ставлю значение 0.06 или 0.1. А сам цвет спекуляра ставлю телесного оттенка. PRGB 255, 224, 214. Значение френели ставлю 0.1. И цвет PRGB 255, 255, 198. Теперь загрузим стандартную HDR-ку с нейтральным светом для настройки материала кожи. В HDR-ках выбираем Garage. Данная HDR-ка загружается сразу с мармасетом и обычно ее используют для настройки материала. Пока продолжаем настраивать материал без текстур. Цвет альбедо задаем более телесного оттенка. Specular Intensity делаем больше. Также при передвижении ползунка замечаем, что он влияет на SSS. Более зеркальные поверхности больше пропускают света. Значение Specular ставим 0.6. И уже получаем материал, похожий на кожу, с более реалистичными бликами. Подгрузим текстуру Translucency для более наглядного проявления SSS. Специально для мармасета отредактируем ее в Photoshop. Полость рта делаем более пропускающий свет, а часть лица менее пропускающий. Учитываем то, что белый цвет полностью пропускает, черный нет. С Translucency ставим 0.8, и результат уже интереснее. Теперь перейдем к настройкам освещения, которые я сделал для монстра. Для этого сначала назначим мой настроенный материал для туловища. При открытии проекта он уже будет в материалах под названием торса, поэтому просто выбираем его и перетягиваем на объект. Давайте для начала затемним HDR-ку, brightness ее поставим поменьше. Теперь если кликнуть на изображение HDR, то добавится источник освещения с HDR-ки. Таким образом, передвигая его, можно добавлять дополнительное освещение и настраивать его яркость, а также контраст теней параметром Size Softness. Я обычно оставляю по умолчанию, равным нулю. Также можно менять цвет источника, например, сделать оранжевым. Давайте сохраним камеру и продолжим настройки оранжевого источника. Чтобы сохранить камеру, выбираем меню сцены и New Camera. После чего переходим в Main Camera, нажав на название камеры в левом верхнем углу и выбрав ее.
и отдаляемся. Затем выбираем источник света и настраиваем его положение. Почему я этого не делаю в HDR? Потому что если мы начнем двигать его в HDR, все настройки сбиваются и подстраиваются под HDR. Поэтому разработчики придумали отдельные источники света, но о них поговорим позже. Настраиваем источник, сделав его оранжевым и немного повернув. Затем добавим еще один источник, кликнув в другом месте HDR. И цвет задаем синеватый. Увеличиваем интенсивность и поворачиваем так, чтобы освещение было как бы справа, немного сзади. Желтый немного усилим. В итоге получаем интересное изображение. Теперь поговорим о том, как создать удобный управляемый источник, независимый от HDR. Чтобы добавить свой источник света, выбираем Scene и New Light. Данный источник появится внизу и не будет зависим от HDR, что очень удобно в некоторых случаях, когда вы хотите полную управляемость. Если перейти в Main Camera, то мы сможем его двигать, поворачивать и настраивать все параметры, которые не собьются. Преимущество данного источника еще в том, что работают все параметры, в отличие от HDR источника, который привязан к HDR освещению. Можно настроить радиус, затухание и сделать ваш свет еще интереснее. Поместим данный источник сзади, чтобы проявить SS-слой кожи. Также еще преимущество отдельно созданного источника в том, что если мы выбираем новую HDR-ку, он остается. А если был привязан HDR, то при выборе новой HDR-карты он будет удален. Поэтому всегда рекомендую создавать свои независимые источники через Scene New Light. По источникам пока все, мы еще вернемся к ним. Давайте разберем остальные материалы и потом уже будем настраивать всю Scene, в том числе и данные источники света. Стекло в данной сцене я не использовал. Сделал типа кровавый шланг без стекла. Почему так? Сейчас объясню. Дело в том, что если использовать прозрачные материалы, есть один минус. Они неправильно работают с допом. То есть, в принципе, если сейчас назначить глаз материал и сделать ему прозрачность, выбрав Add Transparency, вроде бы все хорошо, но есть проблемка. Данный метод делает прозрачность в режиме наложения Add, как в Photoshop, что не есть реалистично. И как бы мы ни старались поменять оттенок, корректного результата не добиться. А если еще и включить DOF в камере, то результат вообще ужасный. Например, назначим дефолтный материал, то с ним глубина резкости работает правильно. По данному вопросу я писал разработчикам и в будущих версиях обещали исправить этот глюк. Также обещали нам писать урок на официальном сайте о том, как сейчас делать стекло. Но в данный момент его еще нет. Поэтому я отказался от стекла на время и назначил обычный красный непрозрачный материал с SSS эффектом. Рассмотрим данный материал. Альбедо у него красного цвета. Diffusion – режим Skin, потому что с ним материал выглядит интереснее. Наглядно, если потянуть ползунок Translucency в ноль, то увидим, что без данного параметра материал не такой интересный. На этом с материалом шлангов все. Крылья я решил не включать и сделать изображение без них. В принципе, они настраиваются так же, как и торс, поэтому там ничего сложного. Переходим к рассмотрению настроек камеры, рендера и постэффектов с освещением. На примере данной картинки я расскажу вам, как я делаю постобработку в Marmoset, а потом в Photoshop. И начнем с выбора HDR, которая была в паке. Млечный путь, она так и называется, Milky Way. Настраиваем HDR-ку, крутим, подбираем бэк. Например, остановимся на таком варианте. И перейдем к рассмотрению настроек камеры. Глубина резкости включается галкой Depth of Field. Кликом средней кнопкой мыши можно фокусироваться на частях объекта. То есть простым щелчком добиваемся нужной фокусировки. После чего настраиваем Far Blur так, как нам нравится. Значение его обычно ставлю равным 10. Затем переходим к настройке bokeh. Max Bokeh Size – это размер размытия bokeh эффектов, то есть их можно сделать сильно явными или убрать. Можно сделать скручивание следующим параметром. Далее можно настроить диафрагму, выбрав количество сторон в параметре апертура. Например, так выглядит четырехугольная, а так трехугольная диафрагма bokeh. Но я обычно ставлю шестиугольную и перехожу к настройкам постэффектов. В постэффектах есть несколько готовых пресетов настроек, довольно таки интересные. Можно выбрать понравившийся, но можно создать свой. Как это сделать, сейчас расскажу. Выбираем Default Preset, далее настраиваем экспозицию изображения. Обычно я оставляю ее по умолчанию, но при желании можно сделать больше, можно сделать меньше. Затем выбираем цвет экспозиции. За счет него можно полностью поменять цветовую гамму изображения, но главное не переусердствуйте. Я обычно ставлю тусклый оттенок голубого. 183, 250, 255 по RGB. Затем задаю цвет контрасту. 251, 255, 250 по RGB. Центр контраста и насыщенность картинки оставляю по умолчанию. Далее Sharp изображения ставлю равным 0.9. Затем яркость Bloom оставим по своему усмотрению. Я обычно не завышаю данную настройку. Размер также стараюсь ставить не больше 0.2. После чего добавляем виньетку по своему вкусу и настраиваем ее мягкость.
И дальше по желанию можно добавить шум пленки. Но я оставляю картинку чистой, потому что всякие эффекты пленки добавляю уже в фотошопе. Затем перехожу к добавлению дополнительных источников света, желтого и синего оттенка. Создаем два источника освещения через сцены New Light. Один источник пока выключаем, другой настраиваем. Ему ставим оранжеватый цвет и настраиваем его положение в main камере. Затем настраиваем второй источник света, цвет ему задаем голубого оттенка. И двигаем его так, чтобы объект освещался как бы справа и сзади. Еще немного построим желтый. И добавим еще один источник освещения сзади. В итоге получаем такое интересное изображение в Marmosetе. Далее переходим в вкладку Render и ставим галку Local Reflection, HRS Shadows и Ambient Occlusion. Обычно по умолчанию они выключены. Также ставим Resolution 2:1. И если был выключен антиалиазинг, ставим 4x. В Capture выбираем настройки и ставим размер картинки. Обычно я ставлю 2560 на 1440 и сэмплинг на максимум, а также формат PNG. Нажимаем ОК. После чего выбираем Capture и Image, если хотим просто сохранить картинку, или Image and Open, чтобы после сохранения ее открыть. Картинка рендерится в файл и в итоге получаем такое изображение, которое сохраняется на рабочий стол. Далее открываем его в Photoshop. Перетягиваем bokeh эффект с bokeh-пака, который ранее разбирали после обработки рендеров из V-Ray. Далее создаем маску для bokeh, выбираем градиент и тянем в прямой угол. Затем дублируем этот эффект, размываем с помощью Gaussian Blur и рисуем градиент в бесключенной галке Reverse. В принципе, можно инвертировать ее, заранее выбрав и нажав Ctrl-E. Но я этого не делаю, потому что маски рисую разные, но можно и так. Затем сливаем слои и применяем Action Script Alien Skin, который также ранее рассматривали после обработки. Затем применяем Magic Bullet Action. Далее добавляем нежное освещение. Для этого дублируем слой, обесцвечиваем и левелами делаем так, чтобы остались только светлые части изображения, и применяем Action Post Light. Заливку данного слоя ставим 50%. Сливаем слои, затем дублируем слой и добавляем Action Alien Skin 2, и заливку слоя ставим также 50%. Далее опять сливаем слои и получаем такой хоррор кадр из фильма а-ля Silent Hill. На этом все. С вами был Андрей Кривуля, АК Чарли.